Добрый. Мы поездом в полицию уже. Все в порядке. Да, все хорошо. Должно быть как? Я думаю, все будет отлично. Да. Просто у меня вопрос, как бы, мы здесь можем припарковаться? Так как у нас снег, природные условия не позволяют, ничего не видно. Да, нет бордюрного камня. И как бы вы себе позволили, и мы себе позволили, потому что ничего не нарушаемся. Вот. Что-то хотели? Нет. Если бы хотели, подошли бы. Видимо, вы хотели. Нет, просто поинтересоваться. Состояние опьянения водителя. Чуть-чуть уехал от меня. Не доехал, да. Так что все хорошо. Доброго вечера. А можно попросить вас представиться? Я просто не расслышал. Смотри, ты квест, что ли? Вот, все, я помню, вы представились, просто я не расслышал. Все, спасибо большое. Приятного вечера. Спасибо. Какой культурный инспектор. Вообще, вот видно, во-первых, этот сотрудник новый, ну, относительно новый, я первый раз с ним встретился, и очень положительные эмоции. Мы так прям с ним прям культурно пообщались. Берите пример с этого сотрудника. Это положительный сотрудник. Что хотел-то? Эх, Андрюх отвлек. Андрюх, мы видео пишем, погоди. Продолжим. Короче, равняйтесь на него, сотрудники ДПС. И берите пример, в общем, красавчик вообще, прям лайк и уважуха. А самое главное хочется сказать. Мы заехали на возвышенность. Здесь нет бордюрного камня, но вполне возможно, он здесь под снегом есть. Но мы ничего не нарушили. Вы же знаете прекрасно, что я никогда себе не позволю нарушений правил дорожного движения. Ну, как минимум, осознанных нарушений. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Иначе меня бы сотрудник полиции сейчас привлек бы к ответственности, если бы я что-то бы нарушил. Раскроем лица под масками, шапками, касками. Опишем все подробности, правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным, с тонированным стеклом и перегаром непомерным. Не с той стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на старшей.